Друзья, привет! Как ваши дела? Я уехал из Москвы в Калужскую область. По времени 2 часа, и сейчас я нахожусь вот в таком обалденном месте. Деревянные домики вокруг, сосны, лес. Давайте я немножко вам расскажу про место. А точнее, сначала давайте смотрите, а потом уже все рассказы. Очень круто, конечно, сейчас зимой выбраться из города вот так вот в место, в лес. И когда идешь по территории, территория достаточно большая, здесь разные домики, деревянные, есть такие сферы, я видел. Плюс есть типа дубль домов. Кстати, кто может подумать, там рекламное видео. Нет, не рекламное, просто мои друзья посоветовали мне съездить. Территория. Разные дома разных размеров. Там есть номера типа 25 квадратов. У нас домик 50 квадратных метров. Ян, ну что, ты мне сделаешь экскурсию по дому, покажешь, что здесь у тебя есть? Да, я сейчас вам все покажу. Кость, ты тоже будешь показывать? Вот такая огромная здесь кровать. Даже здесь есть окно, где можно увидеть вверх. Там вот леса всякие. Лес. А вот это чья кровать? Это моя. А вот это моя. Вы даже у себя сделали отдельные кровати? Да. А что, вас внизу спать не устроило? Вы решили спать наверху с родителями? Угу. Так, а еще здесь есть шкаф. Вот. Вот такой шкаф у тебя. Круто. Ну, пойдем покажешь тогда первый этаж. Еще пошлите покажу. Еще вот. Здесь много места. Можно прятаться. Покажешь, да, вид? Нормальный вид. А что там? Вот такой вид. А что там у тебя за вид такой, на что? Ну, здесь вот у нас есть... Лес с медведями? Да, с белочками можно увидеть. Сейчас вам покажу, что на первом этаже. Расскажи. Здесь есть бар. А что в баре? Всякие соки, кола. Ты стащил, наверное, туда что-нибудь? Конечно же, шоколадку и Skittles. Костя, а ты что стащил из мини-бара? У нас есть два стекла. Зеркало, ты мне что-то. Зеркало. И, кстати, здесь есть баня. Я приехал специально в понедельник. Думал, что будний день, короче, что можно будет сходить в баньку. А нифига, она была забронирована полностью. Я иду, и сейчас вот здесь указатели, как раз на указателях можно посмотреть, что здесь есть. Смотрите, значит, номера шале есть, номера неотипи. Неотипи, что это такое неотипи? Это, по-моему, вот как раз-таки как стеклянный вигвам, что ли. Потом здесь гончарная мастерская, номера люкс, ресепшн, гончарная мастерская.
И вот это, кстати, главное здание. Это у нас ресепшн. Здесь, кстати, есть конюшня. Можно покататься на лошадях. Здесь есть страусиная ферма. И на территории есть парковка охраняемая. То есть можно заехать на машине и поставить ее. Все за шлагбаумом. Thank you.